Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию еще одно стихотворение от Пушкина Алексея Николаевича. «Волшебные слова любви и утаенья я слышал, наконец, из милых уст твоих. Но в странной радости последнего сомнения твой голос ласковый затих. Давно, когда в цветах синее и блистая неслася над землей счастливая весна, я помню, видел раз, как глыба снеговая на солнце таяла одна. Одна кругом и жизнь, и говор, и движенье, но солнце все горит, звучнее бегут ручьи. И в полдень снега нет, и радость обновления до утра пели соловьи. О, дай же доступ мне, моей любви мятежной, о, сбрось последний снег, растай, растай скорей. И я тогда зальюсь такой песней нежной, какой не ведал соловей.